Данный правильный треугольник со стороной 3, нужно разрезать его более чем на 100 треугольников, у каждого из которых длины всех сторон больше единицы. Давайте называть треугольник большим, если длины всех сторон больше единицы. Повторяю условие. Разрезать правильный треугольник со стороной 3 на более чем 100 треугольников, все стороны которых больше единицы. Покажу вам такую картинку, и вы сразу все поймете. Вот такие вот примеры. То есть разбили стороны на одинаковые три части и восставили перпендикуляр. АД равно ДЕ равно ЕВ, так? Да. Отлично, все, ответьте длины. Скажите, пожалуйста, чему в таком случае равна длина АФ? Смотрите, треугольник АЕФ, он же равносторонний. Два. Конечно, два. Значит, АФ это два. ФС это сколько? Один. Один. СЖ? Один. ЖВ? Два. Отлично. То есть, на самом деле, это вполне себе понятный ответ. Да? Кто-то единицы. А вот теперь возьмите точку, чтобы она была чуть-чуть ниже, чем точка Ж. Чуть-чуть. Не так, а именно чуть-чуть. Отлично. Возьмите желтый кусок мела, который у меня здесь есть, и соедините аккуратно, четко с точкой А. Да-да-да. Мы отрезали довольно большой треугольник. Возникло пересечение проведенного только что отрезка с прямой DF. И соедините с точкой Б. Отлично. Согласны, что у полученных всех треугольников стороны больше единицы? Да. А теперь что сделаем? Правильно. Нет, вы что делаете? Вам нужно этих треугольников больше 100 штук. Поэтому вот эти отрезанные, уже все, отрезаны навсегда. Вы должны устроить такой процесс, который будет вам давать все новые и новые треугольники. Идея вот в этих двух прямых, в прямой DF и прямой EG. Вы только что провели отрезок из точки B. Вот он пересекся или не пересекся с прямой EG? Пересекся. Ну? Что сейчас надо сделать? И что надо делать потом? Еще 100 раз, еще 1000 раз. Соединить С, конечно, точка пересечения. А теперь что? Точка пересечения. Так, а теперь с П. Ну, тут уже дальше не видно, но вообще-то, строго говоря, это можно делать сколько хочешь раз. Понятно почему? Потому что вот эти вот стороны очевидным образом все будут больше единицы. Ведь если проекция – это отрезок длины 1, то сам отрезок больше, чем 1, правда? Да. Все понятно. Спасибо.